Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 24 июня 2018 года. Дождина прошел. Я рулю. Надо валить отсюда, наверное, куда-нибудь уже. Обратно, на старт. Не просто дождина, а ураган. Видите, вот какая улица. Вот. Я бы так съездил на велосипеде, но, увы, придется перескакивать. Я хуй его знает, зомби-апокалипсис по сравнению с этой хуйней, это просто вообще, это детская игрушка. Это какой-то пиздец. Это какой-то пиздец, ребята, блядь. Я хуй его знает, там деревья нахуй с корнем походу вырывает, блядь. Тут пиздец, в затоне вон нахуй деревья лежат, блядь. Там пиздец, просто нахуй знак сломало к хуям собачьим, блядь. Там град, блядь, шторм, ебануться просто. От островка до островка. О, видите, даже дерево сломало ураган. Не повезло дереву. Вблизи. Ой, верни. Когда мы сюда приехали, вот эти березки были, ну, метра по два. А сейчас смотрите. Ну, десяточку, наверное, точно есть. А это вот так у нас улицы мостят. Власти-то нифига не делают. Ну, поэтому травой мастим, шифером, всем чем угодно. Так, так, так. А как мне тут пробраться? Наверное, как-нибудь вот так вот. Тык-пык. Опа. Район, в котором я сейчас живу, называется Сахалин. Ну, наверное, соответствует названию. Вот эти лужи здесь. Вот сколько живем? 25-й год. Вот сколько здесь эти лужи стоят. Иду я в магазин с одноименным названием нашего района. Сахалин называется магазин. Ну, название это красивое, только вот подразумевает Сахалин, это значит у черта на куличках. Пусть на меня не обижается, ты кто, если Сахалина. Ну так вот в России, наверное, сложилось. Здесь вот видите, когда-то был асфальт, а сейчас вот такой крошкой засыпали. Ну молодец, ну, скорее всего, засыпал предприниматель. Нет, вообще было тоже невозможно проехать. Вот он, магазин круглосуточно Сахалин. Но он уже давно не круглосуточно, как пивной закон приняли. Здрасте. Что, света нет у вас, да?
нету. Что ты будешь там 10 копеек, 50 копеек будешь считать? Да не мелочь. А карточку не принимаете, да, тогда? Нет, ничего не работает. Еще сколько тебе? 47,50. Ну, так. Вот так вот зря сходил. Ну, пойду в другой магазин. Заодно дочь меня просила снять, как она в школу ходила. Так, вышли, прошли магазин «Сахалин». Пошли дальше. Пойдем в угловой магазин. Там сеть у нас такая есть. Не хочу рекламировать, потому что ничего хорошего в ней нету в этой сети. У людей работу отобрали, у мелких предпринимателей. Зато сети наши работают. Сейчас только что смотрел. А вот, видите, дерево упало на дом. Да, интересно. Это вот последствия вчерашней бури. Видите, люди еще не успели дом достроить. Уже на нем лежит дерево. Ну, работают, убирают. Молодцы. Так, надо быстрее проскакивать, а то тут лужа на луже. Когда мы сюда приехали, вот эта дорога, вот эта асфальтированная, с остатками асфальта дорога, я на ней разгонялся до 90 км в час. Ну, то есть, более-менее была дорога. Это был 94-й, 95-й, даже 98-м еще можно было разогнаться. Но по прошествии 20 лет, вот такая дорога. Ну, и в этом году еще более-менее. Денег нет, вы держитесь. Известная поговорочка моего одногодки. Премьер-министр России, он мой одногодка. Мы держимся. Он, наверное, тоже там держится. Здесь вот в этом месте, где колонка, каждый год прорывает воду. Это канализация завоняла, наверное, переполнилась у кого-то. Каждый год прорывают воду, и здесь постоянно нет асфальта. То есть бесполезно его ложить, потому что на следующий год все равно опять перероют. Вот, дочь, смотри, по этой дороге ты шла в течение 10 лет, 11 или 10, я уже забыл. Наверное, 11 все-таки. Интересно, ждет меня удача в Марийке. Это сеть так у нас называется, Марийка. Не хотел рекламировать, само вырвалось. Вот еще поваленная береза. Или не береза, а ствол от нее. Кусок. Ну так скажу, небольшие разрушения. Не такой уж сильный был ураган. Точки люди украшают как могут. Так, дочь, вот смотри, здесь у нас не было светофора в последнее время. Ну вот сделали, правда, в прошлом году даже сделали вот такие бордюры, или как назвать их, ограждения. Ну, видишь, они все помятые, вот они все помятые, въезжают сюда частенько. Ну вот наша сеть. О, свет есть, одежда есть.
23-го. То есть позавчерашнее. Так, 23-е. Позавчерашнее молоко, что ли? Юшка, молоко только позавчерашнее, да? Пока еще не было. Вчерашнего даже не было? Я сегодня первый день работаю, не знаю. 23-го там это. Двадцать третье. Юшка, а вчерашнего нет хотя бы молока? Сегодняшнего. Позавчерашнего, 23-е. А, нет, это вот сегодня привезли. А-а-а. Так сегодня 24-е. А, сегодня 24-е? Да, так. Да что-то я вперед живу. Ну, понятно. Так, ну слава богу, разобрался. Тебе нужно? Нет, сумка. Это нельзя вот такие целлофановые? Можно. Только сейчас. Дай бог. Молоко тоже? Ну да. Класс не пойдет, наверное, сегодня, да? Да, как помаленько. Видите, одел рюкзак. Ну, так-то достаточно далеко. Наверное, с километра будет, а может меньше, до этого магазина от дома. Идем назад. Короче, остальная дорога потом, в следующей серии. Так, прибыл с магазина. Тут вот кофе у меня уже постояло. Ой-ой-ой. Ну, тут оладьи появились. Сейчас позавтракаем. Небольшой у нас завтрак. Я, конечно, все не съем. Сегодня мы с супругой немножко поссорились, поэтому кушаю оладьи без нее. А это она продает, что ей не нужно. Ложки. Подстаканники. Во! Даже фляжка есть. Армейская. Берите. В последнее время кофе пью без сахара. Ну, знаете, привык. Теперь пол ложечки даже кладу сахара. Сладость неимоверна. Все. Кофе закончилось, оладьи еще есть. Ну, завтрак закончен. Вот так вот. Всем пока. Один сегодня завтрак уже. Вот так. Сейчас пойду готовиться к суду. В среду у меня суд. Завтра прием к врачу. Послезавтра еще какая-нибудь хрень. А, могут смену поставить на работе. Поэтому надо сегодня закончить. Такие дела.